Песня родилась буквально там 3 недели назад, может, месяц, после поездки по Кировской губернии, поскольку там я увидел такую глубинку, которую не видел никогда в жизни. Это из серии Мамонова «Я иду по Уругваю, ночь хоть выколи глаза». И после прочтения одного из дневников моих знакомых поездки по Сибири, я, в общем-то, понял, что наша страна в глубинке своей умерла. Это она это сделала очень незаметно. Она это сделала незаметно для Москвы, для Питера и для областных центров. Я потом долго переживал всю эту поездку. Она была абсолютно не музыкальная, она была связана с технической моей работой. И мысли мои в голове приобрели какой-то такой странный характер. Я вспомнил Византию, я вспомнил инков и ацтеков. И я вспомнил о том, что на самом деле после любого народа, который уходит, остается его культура, остается его наследие духовное, которое потом, через много тысяч лет, люди воспринимают, и то прекрасное, что было в этой культуре, оно остается. И все то ужасное, что было в культуре, оно уходит безвозвратно, и о нем не вспоминают. А если вспоминают, то только в учебниках истории и не особо обращают на это внимание. Песня называется «Уходящего рода голос». Сейчас, секундочку, я все-таки подстрою гитару для привлечения.